Союза гражданинов Павел Андреевич родился 19 декабря 1920 года в деревне Дьяково Ясногорского района Тульской области. С 1932 года жил в Москве. С началом Великой Отечественной войны Павел Гражданинов перегонял самолеты завода на фронт. С конца ноября 1942 года находился в действующей армии. Павел Гражданинов был незаурядным летчиком-истребителем. Он виртуозно владел самолетом Ла-5, с любого положения исключительно точно стрелял по врагам. Ему не составляло труда зайти в хвост любому немецкому асу. Лейтенант Павел Гражданинов был командиром звена 169-го истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса Калининского фронта. За трехмесячный период пребывания на фронте совершил 58 боевых вылетов, участвовал в 28 воздушных боях, уничтожив 13 самолетов противника. Слава о герое гремела по всему фронту. Был награжден орденом Ленина, Отечественной войны первой степени, Красной звезды. 5 марта 1943 года в составе шестерки Ла-5 лейтенант Павел Гражданинов вступил в бой против 32 самолетов противника. В ходе боя он сбил 2 фашистских самолета. В этом тяжелом бою самолет отважного летчика был подбит. Павел Гражданинов погиб, защищая свою родину. 1 мая 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, отважному летчику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя летчика увековечено на памятной стеле в сквере Туликам-героям на проспекте Ленина и на мемориале защитникам неба Отечества при въезде в Тулу.